как положено. Команды бьются не на смерть, не на жизнь, а на нас. Ну, я думаю, наши победят, естественно, как всегда. Я приехал сюда поболеть, увидеть хорошую, красивую игру, пообщаться с нашими игроками и научиться чему новому. Я просидел часа два в автобусе и надеюсь, что это мне аукнется. Очень интересно. Хотя я не знаю правила волейбола, но смотреть люблю. Кто из игроков уже запомнился? Ой, еще давно даже, когда мы не были факелом. Бабкевич мне очень сильно, как игрок, нравится. И этот олимпийский чемпион. Гранд. Вообще, жалко, что он травмировался. А и Мельников тоже. Только я не понимаю, почему Мельников мало играет. Очень хороший игрок. Тут постоянно музыка играет. А у нас в футболе нет такого. У нас все без музыки проходит. А, и Ковальчук. Такой он солидный мужичок. А еще этот. Либерой. Да все, вот все, если честно, нравятся. Прежде всего, да, спасибо болельщикам. Начало сезона, почти полный зал. Наверное, прежде всего, волнение присутствовало и в первой, и во второй партии. Потом постепенно с каждым розыгрышем чувствовали уверенность на подаче. В принципе, да, вот Стас Денейкин в четвертой партии решил там двумя хорошими подачами. Перечеркнул шансы, так скажем, да, хотя соперник боролся. Ну, во-первых, да, спасибо за поздравления. Игра действительно была на самом деле тяжелая. 4 партии, очко в очко играли. Да, там в концовках удалось немного переломить игру. Я думаю, выиграли за счет эмоций, за счет того, что больше хотели. Да, где-то много ошибались. Первая игра. Вот. Но я думаю, со временем чуть по чуть будем вкатываться в сезон и с каждой игрой будем прибавлять. У Сергея почувствовал небольшой боль в икре, да, так скажем. Сейчас будут врачи смотреть, обследовать. Ну, на Мишу я вообще, в принципе, надеюсь очень сильно. Так же, как на Кубке Столетия его пробовал. Парень растет, добавляет и очень хорошо повел за собой команду. Можно сказать, ну, спас нас от тяжелой ситуации, что нет капитана, нет связующего. Он молодец, выдержал большую нагрузку. Очень рад за него. Начало сезона удачное, но есть ошибки где-то в атаке, ну, хотя Влад Бабкевич тоже радует, да, Мороз вышел, тоже помог. В принципе, для своего уровня и счет на табло 3-1 без потери очков прошли такого сильного соперника. Соперник хорошо играл с двумя иностранцами, то есть легионеры подъехали, так скажем, помогали. Поэтому я очень рад, поздравляю ребят с победой.